Здравствуйте, мои дорогие. Когда исполнится ваше желание? Будем смотреть, когда же оно исполнится. На моем канале, мои дорогие, вы точно можете исполнить эти желания, потому что видео все имеют корректирующую основу и как реальный хэппи-энд. Вот так. То есть эти видео можно использовать как медитации, столько, сколько необходимо, один раз, 100 раз, столько, сколько вашей душе угодно до получения результата. Поехали. Когда исполнится ваше желание? Вот такой сегодня нестандартный расклад. Смотрим, давайте, 3 желания. Есть у вас 3 желания? Придумайте их сейчас, если нет. Я подожду. 3 желания. Так, сейчас я буду говорить. Это первое желание. Когда исполнится ваше первое желание? Так. А это второе желание. Когда исполнится это желание? И когда исполнится 3-е желание? Есть у вас 3-е желание? Давайте. Так. Смотрим, какие у вас желания есть. У кого-то мелкие, у кого-то крупные. Но всегда это желание. Итак, первое желание. Когда оно исполнится? После разрушения, вот как только уйдет старое, тут же придет новое, тут же придет то желание. После какого-то разрушения что-то должно уйти, связанное с этим желанием. Понимаете? Вот как только это вы закончите, завершите, забудете, разрушится это. Больно, когда разрушается. Больно, когда что-то отходит вот именно таким способом, грубым. Вот вы хотели, чтобы что-то строилось, да, вот настроили целую башню из этого желания, но это не то, это не там, это не здесь, вот, в общем, не в том месте, понимаете как? Оно должно разрушиться, чтобы на этом месте воссоздать новое, или же в другом месте новое, но после разрушения. Вот тогда и исполнится желание. Давайте посмотрим, как оно исполнится. Как оно исполнится, это желание? Как же оно исполнится? Прекрасно исполнится. Здесь вы получите то, что хотели, и как будто бы ушло то, что не нужно, как то, что не нужно вам, вашей физике, вашей душе, вашему мозгу. Это не нужно было, а вы этого не знали, казалось бы, да. То есть вам, как сказал один очень мудрый человек, что вы хотите то, что у других, и делаете так, как другие, например, да, вот вы увидели, и хочу вот именно так, и делаете те же самые шаги. Это интересно, можно так достичь всего. Но вы не знаете, что, может быть, в это время вам, судьба должна была дать более прекрасное что-то, вот, не знаю, целый мир какой-то, понимаете? Может, вам предназначен этот мир целый. И вот оно то, что душа пожелает. То, что вот прям точно хочется. То, что точно понравится. Но то, что неправильно, оно должно уйти через разрушение. Но исполнится, однозначно исполнится. Вот именно то правильное набирает силы. Угу. Понятно? Что бы сюда ни вложили. Любовь, там, не знаю, что там еще, деньги, работа, недвижимость, все. Вот так. Так, поехали дальше. Вот такое желание. Хорошо, когда исполнится это желание? Когда исполнится? Так, а здесь исполнится тогда, когда вы прежде всего познаете себя через познание космоса, или же космос через себя. Когда вы выйдете из тени. Да? Но вот это вот состояние, когда я в тени, когда вы в тени находитесь, в тени от чего-то, да, вы все-таки развиваетесь. Но не нужно долго пребывать в этом состоянии. Надо выходить на свет Божий, да, из ночной женщины, да, в дневную женщину. Когда вы на свету, а не только ночью. Выйдет. Тут желание случится, когда вы перестанете быть верховной жрицей. Неплохо быть верховной жрицей. Неплохо познавать себя. Но если брать темную сторону верховной жрицы, это все-таки третья составляющая какая-то. Так, когда и как исполнится? Через отказ, вот через отказ, через избыток, может быть, знаете, когда уже притошнило от того состояния, когда вы уже долго засиделись в темноте. Как
реализуется. Когда вы сделаете первый тот шаг из этой темноты, как реализуется? Как реализуется? Ну, через слезы все-таки, а? Через слезы очищение. И тогда, когда вы скажете, мое никому не отдам. Мое есть мое. Вот так. Главное, вы сохраните. Вы сохраните то, что ценное внутри вас, а оставите то, что вам не нужно. Оно прям выйдет через слезы. Это, знаете, как процесс очищения, когда организму плохо. Вот когда человек переел реально не той еды, его что? Его реально, ну, все это вылазит, я извиняюсь. Вот здесь такое состояние, когда вы переели не той энергетики, не тех состояний, не той жизни. Вы, в общем, что-то не то употребляли в этой жизни, и вот вы как очищаете свое пространство от ненужного через вот эту, в кавычках, тошноту, понимаете? Когда уже, боже, мне уже плохо, вы скажете, мне уже тошнит от этого. Все, я делаю первый шаг к оздоровлению своего пространства. Как? И получаете то, что заслужили. Тут по-любому. По-любому получите самое лучшее. Самое лучшее. Вот оно, обновление, вот оно новое, совершенно другое. Это когда чистое пространство, новое, как будто бы там ничего такого не было, то, что вот считалось из прошлой жизни плохим, грязным, да, остается только родное, свое. Вот когда родное свое, вот как тело, да, вот оно ваше, и точно так же и в жизни, да, вот ваше родное пространство, оно остается при вас, а все лишнее, чужеродное уходит. Вот когда эта чистка произойдет, тогда вот это вы обновленное сможете познать счастье. То, которое хотели, вот с этим желанием. Осталось совсем немножко выстоять. Осталось немножко. Нужно просто что? Стремиться к этому. Тут, знаете, даже не то, что стремиться к этому, а вот знать, что оно есть. Вы в этом состоянии. Вы просто можете просто перешагнуть в это состояние. Это как перешагнуть, как в другую реальность. Вот именно вот этот квантовый перешаг. Да, квантовый такой, пум, и вы на том, в том состоянии. Причем это произойдет довольно быстро. Исполнится желание. Да, здесь ускорение будет. Вы вот стоите в одной точке, да, а вы говорите, я хочу ту точку. Видите, как вот она машет ручкой. Вот сейчас это видео точно медитация, мои дорогие. И вот вы показали в ту точку, которую хотите, и вы тут же очутились там, где хотите. Вот так вот. То есть вы и здесь, и там одновременно. Вы просто сознание перенесли туда. Вот квантовые секретики. Шестерочка. Вы знаете, вы можете повторить это несколько раз потом. Состояние. В вашей руке волшебная палочка. А еще здесь, знаете, что говорят? Когда вы с теми людьми, которые заодно, вы можете создать такое желание мощное, которое действительно воплотится в жизнь. Я думаю, вы подумали об одном и том же мы с вами. Хорошо, мои дорогие, вот это желание все-таки сбывается. Давайте посмотрим, когда исполнится вот это желание. Ой, как после периода отдыха, после периода какой-то неподвижности, отдыха, может быть, даже через кризис какой-то, когда организму нужно было пройти кризис, да, тройка, потом четверка, отдых после кризиса, и вот после кризиса пойдет все в рост, исполнится ваше желание. Вот на этом моменте, да, следующая пятерка, помните, выйти в состояние жизни. Почему? Потому что вот вы, скорее всего, вот на этом этапе, либо этот этап будет скоро, да, когда состояние отдыха, и это желание должно либо исполниться, но если вы как-то сорветесь и перестанете быть, вот тут какая-то как аскеза, что ли, отдых от чего-то. Главное не сорваться. Чтобы не перейти в низшее, да, когда желание не исполнится. Здесь желание исполнится, но при состоянии, когда вы правильно воспринимаете вот
эту реальность, когда состояние отдыха берете на пользу и дальше делаете правильные действия. Какие эти правильные действия? Так, ну, вы знаете как, вы прям на практике должны что-то делать. Тут не только изучение. Здесь необходимо как найти саму информацию, как дальше быть, да, так и воплотить это в жизнь. То есть тут какой-то практикующий такой момент. Дальше осознанность, развитие духовности. Вот сюда, мои дорогие, что это вы тут загадали? Развитие, и как еще? Ой, смотрите, тут еще так интересно. А есть человек, который тоже будет с вами на одной волне. Это как бонус. А здесь знаете, что еще говорят? Как есть наполнить себя вот так. Чем? Не знаю, жидкостью, эмоциями. Когда это желание исполнится? Когда? Когда будет четкий баланс? Баланс. А здесь знаете, что еще? Например, если кто-то четко что-то загадывал, то здесь могут показывать, например, сезон, год, месяц. Когда исполнится? Но смотрите, тут сразу говорят, когда и что оно исполнится, и что вы действительно будете иметь результат. Тут даже другие люди будут показывать на вас пальцем и говорить: вот, я тоже так хочу. Ты круто, у тебя получилось. Вот так. И я здесь вижу, вот именно в этой ситуации, это уже как четвертое желание, может быть, чье-то, вы находите человека, единомышленника, однодумца. Вы прям за ручку с ним идете, с этим человеком. Показан мужчина, может быть, для женщины это мужчина как раз. Но я просто об этом не спрашивала, но мне тут показали это. Через период покоя вы находите себя, и это желание исполняется. Вот так. Спасибо вам огромное за то, что вы были здесь. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Безмерно благодарю тех людей, которые делятся финансово с этой работой, с моей работой, и настолько ее ценят. Благодарю вас, мои дорогие, я чувствую каждого. И пускай в ваших жизнях вот эти медитации отыгрываются самым лучшим образом, то есть только самое хорошее из этих видео. Буду прощаться с вами и просить Вселенную, чтобы таких людей она замечала и благодарила в разы больше. Всего доброго. Пока-пока.